Здравствуйте, дорогие друзья! Манила Мейджор подошел к концу, поэтому мы вот в качестве такой приятной, веселой, завершающей нотки немного поговорим о том, что произошло за все эти замечательные дни, пока этот турнир шел. Что можно сказать, что СНГ Дота не выстрелила в очередной раз? Ну, как сказать, не выстрелил? Нави уже более-менее. Тут как бы все заметили, подметили. Они же проиграли, получается, топ-1, топ-2 турнира. Но проиграли, конечно, они, да, можно сказать, что без шансов. Там борьбы почти не навязали. Но это все-таки какие команды? Может быть, если бы чуть лучше на сетку повезло, и того глядишь, и в топ-6 бы заплыли. В общем, у Нави будущее есть, не самый плохой результат. А Empire маленькие, еще молодые ребятки. Что тоже с них взять? Я думаю, что много требовать нельзя. На интернешнл посмотрим. В конце концов, 9-12 место не худшее место на земле, правильно? Ну, вот самое важное, чтобы этого 9-12 хватило хотя бы там на какой-то потенциальный инвайт, еще что-то выиграть там, и чтобы хоп, и ты заехал. Потому что еще раз играть квали, ну, ты можешь банально не проплыть. Не будет, не будет инвайта, не будет, скорее всего, но я думаю, не намашнишь? Ребята... Не смогу. И Вилат вряд ли даже разберется в этот раз, хотя кто знает. Но я думаю, что у ребят все шансы выиграть есть в квалификации. То есть, действительно, в Европе команды самые сильные получат инвайты. Это те же OG, те же Liquid. А среди остальных Empire на данный момент это сильнейший коллектив. Ну, если они будут только улучшать свою игру, а не ухудшать, соответственно, мы, я думаю, увидим их на интернешнале. Ну, хотелось бы увидеть побольше СНГ коллективов. Нави-то, скорее всего, заслужили свой твой. Ну, я думаю, что Нави дадут, да. И медийность, и топ-8. Вроде как неплохо. Что еще сказать? Гранд-финал был неплохим. Я бы даже сказал, хорошим, интересным. Да, возможно, игры в какой-то степени были немного однокалиточными. Первые три, по крайней мере, точно. Как ты знаешь, одна команда месит другую, и все, типа. Да Дота такая, и команды такие встретились. Вот почему многие хотели увидеть европейско-китайский финал, потому что, скорее всего, там были бы более такие упортые игры. Здесь каждая игра была такая, что одна команда захватывает преимущество и доводит до конца. Просто в первой игре Liquid захватили преимущество, а во всех остальных захватывали его OG. Вот и все. Если бы турнир был бы BO7, то, возможно, мы бы увидели там 4-3 в пользу Liquid вообще. Просто потому, что дальше бы у них получалось там захватить преимущество в начале. Думаю, что результат, конечно, заслуженный, безусловно, но факт все-таки того, что Liquid пришли сюда с лузеров, сыграл очень сильно не в их пользу, потому что, во-первых, OG посмотрели на них уже в финале лузеров, конечно, что-то изучили, что-то подметили лишний раз. А еще усталость банальная, усталость, да. Конечно. Я просто по себе знаю, каждая карта, ну, вот таких вот суровых матчей в каком-то финале, которая прям значит для тебя все, она выматывает как 10 игр в пабе. Ну, вот, ну а эмоционально. Ну эмоционально. Да, эмоционально, не физически, конечно, но эмоциональное вот выматывание, оно на самом деле и на физику тоже передается. А теперь представьте просто, что вы играете 50-ю уже там игру в паблике, просто 50 игр подряд играешь, вот прям с такой усталостью уже в конце играли ребята из Liquid. Это, конечно, жутко тяжело, но они были с лузеров, в принципе, наверное, у OG должно было быть некое преимущество. Ну, они его реализовали, в принципе. 3-1, скажем так, уверенная победа. Ну, все-таки, если ты говоришь BO7, может быть 4-3, но на BO7, я думаю, у них бы сил не хватило. Но BO7 они бы отдельный упали. День вообще, в отдельный день, где все с нуля начинают, да. Быть, да. Тут как-то Феникса попустили в последних играх и все время отдавали его, и он весомую роль играл во всех играх. Я с самого первого дня тут говорил, что Ликвиды немного достаточно предсказуемая команда, и действительно они вот, ну, слишком сильно гнут свою линию, и вот в самом конце турнира это сыграло против них. То есть они вот отдают Феникса и говорят, законтрим. А нам нужен только Слардар и больше ничего, да, мы его а берем. А он все не контрится. Ну, действительно, и по стратегиям Ликвид тоже выглядели несколько слабее, чем OG. Да, в принципе, турнир подошел к концу. Можно сказать, то, что он удался. В принципе, никаких каких-то крупных косяков не было. Ни одного в принципе, косяка. Да, ни одного косяка. Очень классное проведение, место классное, очень крутые болельщики, которые наводили хайп. Волшебные люди. Волшебные люди, поддерживают все коллективы. Нет какого-то предвзятого отношения
в домашнем или нет. Истинные фанаты Доты, истинные, потому что даже когда мы со Смайлом пошли давать автографы, у нас пришло, наверное, человек 300, я в жизни, посреди игры при том, какой-то, где играли фанатики, более того, за которых затопил весь зал, я думал, что мы сейчас придем, и из разряда там будет 10 человек каких-то, которые там, ладно, еще Смайла, ну, он в Нави там играл хотя бы, то есть его больше людей должно помнить. Ну, то есть он и в Нави играл, и потом будет спрос со мной. Ярослав, ну, Defense тоже много народ смотрел. Так самое интересное, тут люди, когда подходили и брали автографы, они вспоминали ДТС и даже Say Please, если кто вообще помнит такую команду, то здесь прямо истинные фанаты Доты, которые по 10 лет уже следят за ней, ну, то есть в этой стране Дота, она очень популярна. Она прям живет. Ну, вот что говорить, ко мне человек в спортбаре, там у нас в отеле спортбар есть, где мы кушаем часто вечером, мы смотрели там на планшете какую-то игру, когда смотрели ее не отсюда. И ко мне какой-то официант говорит: «О, it's Dendy», типа говорит «Dendy». А и то, тут какие-то охранники спрашивают меня, когда я иду на обед после игры, кто победил, Liquid там или Ньюби? Я говорю, Liquid, он такой, такси. Nice. То же самое в такси, мы едем, нам таксист говорит: «О, Dota», как бы там, типа, я, возможно, зайду в один из день посмотреть. Ну, реально, вся страна ощущение, что знает, что такое Dota, как минимум. То есть, и это круто, несомненно. Поэтому я надеюсь, что здесь будет проходить не один мейджор, ну, не последний. То есть здесь крутая публика, крутой стадион, который был забит битком. Это, я думаю, и командам очень понравилось, потому что приветствие, выходить на какой-то полупустой стадион Шанхая, это совсем, типа, не прикольно. А тут с утра уже кипиш. Опять же, косплееров можно отметить. Косплей тут на более высоком уровне. Вот прям очень красивые костюмы. Ну, здесь все замечательно. Я думаю, что действительно не просто так здесь вот решили провести мейджор. Это абсолютно заслуженно, абсолютно оправдалось. Да. Ну и, пожалуй, на этой хорошей, замечательной, доброй ноте мы можем сказать вам до скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся совсем скоро. Квалификация к International не за горами.